Всем привет! У нас сегодня новый мод. Дверь открывается прямо в забор. Это неудивительно, смотрите. Желтый бинокль. Кидаем прямо во время обзора его. Так, часы шумят, но ничего с ними сделать нельзя. Ищем ключи. Так, внимательно. Ничего нет. Стены почему-то без текстур. Так, камин. Пока еще дрова не зажигли. 29 августа. Интересно, что это за дата такая? Имеется в виду дата для этого мода. Так, здесь нужна монтировка и карточка. Это выход на улицу. Ладно, закроем. Так, фонарик нам здесь не пригодится. Там ботиночек стоит. Ничего нет. Ну-ка подождем. Все, пусть готовится. О, ключ есть, только от чего он? Так, сосед идет. Надеюсь, меня не увидит. Так, опять смотрим. Нам нужна дверь с замком. Так, это у нас снотворное. Его мы выбрасываем и смываем. Так, он идет сюда. Но он, скорее всего, слепой. Там ничего нет, да? Пульт есть, но он запускает телек. Нет, бесполезный. 29 августа опять. Так, это уже входная дверь. Нет, похоже, нам надо идти на второй этаж. А на него, в него идти вот так, на него. Так, эта дверь вообще не активна, ее не... А нет, только через верх. Так, а как сюда попасть? Смотрите. Видите, я не могу проникнуть. Ну-ка, как он сюда попадет? Тоже не может. Это ошибка автора или кого? О! Я на каком-то объекте стою. Прикол. Ну-ка, здесь что есть-то? Так, я присел. Ладно, нам нужен какой-то второй вход на второй этаж. Все двери оставляем открытыми, хотя сосед его их закрывает. Ну-ка, может есть способ проникнуть наверх? А то нам никак ключ не применить. Ну-ка, я здесь не смотрел. Так, ну, скорее всего, глюк мода.
Давайте, если что, залетим с ГОСТом. Он все двери закрывает. Интересно. Закрыто. Так. Сюда сосед, получается, не попадет никак. Та дверь глючная. Так, здесь стулья стоят. А, вот. О, огромная труба. Куча среди ящиков. Коробок, то есть. Школьный класс. А где у нас карточка? Считайте, нам нужна карточка и монтировка. Так, это балкон, прикольно. О, еще есть этаж. Так. А, я допрыгну, да? Так, я хоть не разобьюсь. О, чуть-чуть резко. Так, кстати, карта есть. А где у нас монтировка? Ведь должна быть здесь, получается. Она может быть еще за коробками. Ну-ка. Да, он где-нибудь за коробками положил. Так, тут ее нет. А, он хотел бы сюда, но не может. Так. Сюда ее никак не запихнешь. Да, все. Либо монтировка здесь где-то. Это было бы странно. Так. Ну-ка, давайте внутри поставлю коробку, чтобы она все разбила. Вот так. То есть забуриваемся и ставим. Она, получается, распирает остальные коробки. Да нет здесь ничего. Куда же он монтировку спрятал? Вообще на самый верх где-то там, наверное. Еще раз слазаем. Мог вот сюда положить, потому что из-за закрытой двери никто бы не посмотрел. Но он так не сделал. Нет, тут никуда. Больше никуда нельзя попасть. Ладно, пошлите вниз. А, здесь выйти не дают. Мне придется тогда катапультироваться, что ли, вниз. Вот так. Ой. Чуть не разбился. Монтировки нет. Это еще хорошо, что сосед не мешается, представляете? Если бы он меня еще ловил. Это был бы крах. Вот так, да? Я разбился. Так, я больше не знаю, где
Где он еще мог положить ее? Разработчик. Ты куда убрал монтировку? О, там целая комната. Под карту упал. Ладно. В принципе. Все честно, я спасаюсь от падения, я лечу. То есть я бы сейчас вечно падал. Давайте взлетим и зайдем в эту комнату. Потому что монтировки нет. Нигде. Так, вот эта комната у нас. Кровать, свечка, мишка. И манекен грустит. Телек не включается, хороший подарок. Так, я монтировку все-таки нашел, побегал по карте. Помните, я коробки разбивал? Огромную кучу. Оказалось, она вот на трубе лежит. То есть, на доске. Все-таки автор не обманул. Так, здесь мы не вылезем. Придется прыгать из окна. Давайте нормально пройдем игру. Где наша дверь? Эти гвозди. Ниже, выше. Везде. Но не там, где нужно. Сначала нижний. Ой, она еще не открывается. Ладно, хотя бы с ГОСТом прошли. Всем спасибо за просмотр. Мод пройден. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси, всем пока.